Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Воронье полнолуние можно увидеть в ночь на 10 марта. Как сообщает московский комсомолец, 10 марта Луна будет находиться на максимально близком расположении естественного спутника к Земле. Как отмечают астрофизики, предстоящее полнолуние будет одним из наиболее ярких в этом году. Воронье полнолуние получило такое название, так как раньше в народе считалось, что карканье ворон предвещает конец зимы. Несмотря на то, что астрологи весьма скептически относятся к влиянию звезд и планет на судьбы людей, но в отношении полнолуния ситуацию можно считать несколько менее однозначной. Как пишет издание, полнолуние не повлияет на ближайшие дни и не сделает их более пригодными для текущей работы и менее подходящими для авантюр, чем другие. На этом у меня пока все, а больше свежих и интересных новостей на сайте mymsk.online. До скорого!